А все случилось очень просто. Открылась дверь, и мне навстречу девчурка. Маленького роста. Девчурка. Остренькие плечи. И котелок упал на камни. 4 с лишним дома не было. А дочка, разведя руками, сказала: «Дядя, нету хлеба». А я ее схватил и к звездам. И целовал в кусочки неба. Ведь это я такое создал. 4 с лишним.